Галина Тихомирова в Красноперекопском районе прожила всю жизнь. Коммунальные платежи, кредитные и прочие финансовые вопросы решает лично, поэтому ежемесячный поход в офис банка – обязательное мероприятие. В этот раз пенсионерка заметила существенные изменения. Оплата. Вот на карточку положить. Угу. Очень хорошо помещение сделали, большое. Там, конечно, было поменьше помещения, один диванчик. А мы все-таки люди уже старые, посидеть надо, а здесь очень удобно. Площадь офиса выросла в 3 раза. Это обстоятельство, особенно в период пандемии, важно не только с точки зрения удобства, но и безопасности. Тем более, что за финансовыми услугами ежедневно в этот филиал обращаются порядка 350 жителей Красноперекопского района. Мы хотим сделать хорошую парковку, хороший заезд и сделать максимально комфортно для жителей. И все, что от города нужно, мы подключимся, все разрешения, согласование быстро, максимально быстро пройдем. В каких условиях банковские услуги теперь получают ярославцы, оценил мэр Владимир Волков. Это абсолютно современнейшая точка притяжения. Притяжение в банковской сфере. Здесь можно получить абсолютно любой продукт, оплатить коммунальные платежи, либо получить ипотеку. Здесь представлено несколько касс, здесь не будет очередей. И самое главное, что в этом микрорайоне это отделение Сбербанка очень востребовано. Получение услуг максимально оптимизировано, потоки клиентов разведены. В одном зале проходят операции по счетам, а во втором сотрудники проводят для людей различные консультации. Понимали, что район должен получить новое развитие и предлагать полный спектр услуг максимально комфортных для клиентов условиях. Наша концепция развития банка – это концепция максимальной близости к клиенту и максимально широкого спектра услуг, который может получить клиент в одном месте, зайдя в комфортное, теплое, светлое место и получив все необходимые ему услуги, причем и банковские, и не банковские. К примеру, постамат, который вскоре появится здесь, и ярославцы смогут отправлять и получать посылки. Зона самообслуживания обновленного отделения Сбербанка доступна 24/7, что также упрощает жизнь клиентам. Андрей Децель, Денис Сахаров. День в событиях.